Итак, начнем. Высаживаемся из лодки. Выходим и сразу же налево. Бежим вон к тому паруснику. Прямо за ним и будет наш искомый жетон. Вот и он. Идем дальше. Первое оружие. После того, как мы всех убили, поднимаемся наверх на эту конструкцию из лиз. Потребуется немножко акробатики. Перепрыгиваем. И вот первое оружие. После того, как мы всех перебьем из танка и дойдем до гаража, нам нужно будет подняться наверх. Довольно далеко спрятали. Поднимаемся наверх. И аккуратненько по бортику за здание. И вот на козырьке лежит наше оружие. Так. Второй жетон находится за барной стоечкой. Перепрыгиваем ее. И внизу он лежит. Отлично. Третье оружие довольно забавно спрятано. Разрушаем вот эти вот коробочки. Любым доступным способом. И здесь лежит М16А4. Все, продвигаемся. Последний здесь жетон. Поднимаемся наверх по лесенке, запрыгиваем на крыло самолета, и в двери торчит нож. Он-то нам и нужен. Все отлично. Собрали все оружие и все жетоны.